Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня мне хочется сказать вам особые слова и, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить вас за все, что мы вместе сделали за последние 8 лет. Все, что достигнуто, было бы просто невозможно без вашей постоянной поддержки, без вашего доверия, без вашего прямого участия возрождение страны. Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия, как растет наша экономика и открываются новые возможности для людей. Конечно, не все удалось сделать, но я уверен, путь, выбранный народом России, правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть. Наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа. Дорогие друзья, через несколько мгновений наступит Новый год. В этом празднике любовь к близким, тепло домашнего очага, надежда и вера, что все сложится, что мы будем жить лучше, что дети наши будут счастливы, что старшие будут здоровы и благополучны, и тогда страна наша будет крепнуть и процветать. Пожелаем друг другу новых успехов. И, конечно, поднимем бокалы за здоровье и счастье наших родных и близких. За тех, кого ценим и бережем больше всего на свете. Кому отдаем наше тепло и с кем хотим быть рядом.
Пусть все самые заветные мечты сбудутся. Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом! На свете, а просто зима, полагаете вы?
располагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. В ваши уснувшие ранней порою дома. Что же за всем этим будет? Будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирена. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный Кабала и Апала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. Три раз, два, три. Дорогие друзья, с новым счастьем, здоровья вам, удачи, пусть все ваши мечты в новом году сбудутся. С вами Пятый канал из Петербурга. Оставайтесь с нами, посидим душевно, обещаю. В Новый год приятно оглянуться в прошлое и вспомнить то хорошее, что осталось у нас позади. Начнем с далеких 60-х. Чудесное было время. На дороге Советского Союза выезжают первые запорожцы. В космос летят мужественные собаки Белка и Стрелка. А вскоре на корабле «Восток» Юрий Гагарин открывает космическую эру. В 60-м году сборная СССР обыгрывает в Париже сборную Югославии и становится чемпионом Европы. Это были годы покорителей горных вершин, споров физиков и лириков, искренних песен у костра и счастливых надежд на будущее. Давайте будем вспоминать эти годы по порядку. И, между прочим, кто нам помешает еще раз вместе отмечать каждый год как новый? Предлагаю наполнить бокалы и приготовиться к встрече нового 1961 года. Смотрите внимательно уникальную хронику. Может быть, вы узнаете себя маленькими. А я вот тогда еще даже и не родился. Извините. Мотор! На парадной лестнице Большого Кремлевского дворца московских ребят встречают снежинки, веселые звери, затейники. Они провожают гостей в Георгиевский зал. Дед Мороз выехал к ним на старинной птице-лебеде под стать древним кремлевским стенам. Ребятам пришел Никита Сергеевич Хрущев. Вместе с ним были члены его семьи и его первая учительница в селе Калиновки, Лидия Михайловна Шевченко. Встреча с
с Никитой Сергеевичем Хрущевым надолго запомнится участникам праздника. Буквально сразу же. Вот начинается Новый год, и сразу же шампанское, и все. Быстро. Нет, уже была снежинка. Быстро. Снимаем. С Новым годом, дорогие друзья! Ой, Сергей Игоревич, а что эти годы, вы помните? Вот 61-й, что хроника? Я уже старшеклассник. Но? Мы встречали уже Новый год, конечно, школьной компанией. Мы танцевали под рок-н-ролльные мотивы. Элвис Пресли уже появился тогда? Конечно. Да. Уже заканчивался музыка? Да. Вот это были... Он в это время был в армии. Наш музыкальный фон. Уже Битлз начинались. Вот-вот. Да, и что там на кремлевской елке, и что там Хрущев делал, нас совершенно не интересовало. Но, а вы тогда уже играли, пели? Ну, конечно, да. Для девочек? Не только. Я в руки гитару взял, чтобы петь песни Булата Акуджава. Именно чтобы Акуджава? Да. Не бродяги, не пропойцы, за столом сели морей. Вы пропойцы, вы помните эту песню? Слава женщине моей. Вот. Это одновременно с увлечением западной. Но вы сами западную музыку не играли? На танцах. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, как вы встречаете Новый год? Что на стол, что готовится? Ну, уже, конечно, то, что на столе, это как бы отходит на второй план. То есть такого, что уже... Нет, это, конечно. Очень часто готовлю для друзей плов. Вот. Зиновий Ефимович Герд, царство ему небесное, называл меня мастером художественного плова. Вы его сами придумали? Я этим званием очень горжусь. А вы сами придумали этот рецепт, да? Какой-то у вас секрет какой-то. Мой тесть Хашим Умарович Садыков меня научил. Это самаркандский вариант, самаркандская школа. Я очень горжусь тем, что вот меня друзья просят. То есть к вам на плов приходят? Да. А рецепт? Ну, хоть что-нибудь там. Ну, кроме там мяса, риса, это понятно. Но какие секреты? Главное, это все с любовью должно быть. И тогда все получится. Вы знаете, я подумал, так невозможно плов без водки. Знаете, вы так рассказываете, что, честно говоря, придется сейчас ее родимую и выпить. Ну разве что чокнуться. Ну. Водка, и она и в Африке будет. Ну, давайте. С Новым годом! С Новым годом! Их песни. Что мы будем петь? Так. Что мы будем слушать? Кладем сначала. Нет, а можно подпевать, если что? Да, конечно. Даже нужно. Можно? Вот селёдочки. Огурчики туда же. Огурчики, грибочки. Капустки положу. Песни студенческих времен, написанные, кстати, на стихи нашего корифея Александра Городницкого. Он в своих научных путешествиях побывал как-то на берегах Туманного Альбиона. И вот там это было сочинено. В Уэльсе теплые дожди. Крышам шелестят, подруга, ты меня не жди, я не вернусь назад. Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год.
Мой нос багров, я пить здоров, и ты меня не тронь. Под бубнарев, под связки дров пустился в пляс огонь. Мы собрались здесь налегке, без горя и забот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Мы собрались здесь налегке, без горя и забот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Кругом туманные поля, шумят кругом друзья. Моя ячменная земля, с тобою счастлив я. Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Товарищ, предлагаю поднять тост за 1962, за нефтепровод «Дружба», радиостанцию «Юля», за первый советский каучук, наконец, за атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», которая достигла таки Северного полюса. И, конечно, за юбилей пионерской организации 40 лет. Пионеры, я надеюсь, уже сейчас. Тогда мотор. Время не ждет, уже пришел Новый год. Я первый год из 20, вам коммунизм со мной идти. Мы славу принесем твоей отчизне, трудиться будем, будем мир хранить. Сказала партия, вам жить при коммунизме. А раз сказала, так тому и быть. Я год пионерского юбилея, и чтоб елка зажглась веселее, надо, чтоб вспыхнул, чтоб загудел жаркий костер пионерских дел. Пришел Новый год и зажглась елка, значит, праздник стал еще веселее. Пусть в новом году будет все хорошо. Будут только пятерки и четверки. Будут папы и мамы вами довольны. Будет много настоящих пионерских дел. Вот я с удовольствием наблюдаю. Спасибо большое. Да. Хорошо, что все возвращается, да? Вот, Александр Алексеевич, такой вот смотришь на экран и понимаешь, все возвращается. Возвращается и повторяется. Все хорошее. Да, все хорошее, да. Ну, давайте за 62-й год с удовольствием. С удовольствием. 62-й. 62-й? Да, 62-й пошел. Ой, пионеры, хорошо. Пионерам, да, хорошо. Коля, пионерам угощай хорошо. Гостей, я пожалуйста. Угощаю. Вот, накладываем. Салат. А вы обычно водку или по-более легким напитком? Больше люблю, конечно, шампанское. Шампанское? Особенно шампанским встречать различные праздники. Новый год тем более. А вот вам в правую руку. Спасибо. Но закусывать-то салатом оливье. Это салат оливье, какой, конечно, салат классическая оливье. Закуска, это точно. 62-й, а какой же юбилей, да, был в 62-м году? Сколько мне было? Мне было 44 года. Да, хорошо, сохранился. Я, знаете, что хотел бы рассказать одну историю, которая связана у меня с Петербургом и тоже связана с моим возрастом. Так. Она прошла, эта история, через всю мою жизнь. Когда-то я начинал выступать с концертами, и одни из первых концертов у меня были в Санкт-Петербурге.
Но я заметил, что как только меня приглашают, обычно идет либо дождь, либо снег. Угу. Либо дождь, либо снег. И так прошло много-много лет, и вдруг единственный раз, совсем по другому поводу, я попал в Петербург летом, на белые ночи. Не было ни дождя, ни снега, и я, наконец, попал в летний сад, и понял, почему это настолько прекрасно, и понял, что санкт-петербуржцы таким образом всю жизнь хранят свои достопримечательности от постороннего глаза. Ну, давайте за Санкт-Петербург. Да, Санкт-Петербург прекрасный. Ну, значит, что санкт-петербуржцы, они же ленинградцы, сегодня, в принципе, дышат полной грудью. Давайте за это и выпьем с большим удовольствием. Выпьем. Сейчас одинаково, что в Москве, что в Петербурге. Нет, в Петербурге. И в Петербурге прекрасно сейчас. Солнце светит. Плюс 25. Я могу сказать, да. Вот такой у нас Санкт-Петербург. Все стало намного больше. Вот. Коля, а что такое праздник живота? Какой-то я слышала, с Никитиным. А, он что, рассказывал об этом, да? Нет, он по секрету нам это рассказывал. Это у нас в Москве сложилась такая традиция. Мы встречаем Новый год у одних своих знакомых, Кублановских, которые вот так ежегодно собирали бардов, и мы там отмечали Новый год, но не так, как принято выпивать, а очень хорошо закусывать. И вот поэтому он так называется «Праздник живота». Для этого там готовились специальные закуски, угощения, и пироги, и сладости. Плов. Иногда плов, да, а который готовил совсем? Сам Сергей Никитин. А? Не пьете совсем? Нет, конечно пьем. Конечно иначе пьем, как это называется, уже закусывать. Выпиваем, да. Вот, но вот уже больше 30 лет эта традиция. Каждый год. Да. А мы про пионеров сюжет посмотрели. У вас есть песни? Про детей, про пионеров. Дети-пионеры — это и есть дети. У меня про детей-пионеров нет, но есть детские песни, специально написанные для детей. Одна из них такая известная песня «Зеленый карет». А мы ее послушаем сейчас. Да. А давайте-ка похлопаем, дорогие друзья. Медвежата, ежата, ежата.
когда-то в самый тихий ранний час звон оков разбудит вас. Звон оков разбудит вас. Только глянешь из окна, на дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все уснули до рассвета. И правильно делаете. Время идет. На пороге 1966. Уже побывала на орбите первая женщина Валентина Терешкова. Алексей Леонов вышел в открытый космос. Самое главное, товарищи. Только что. Мне только что сообщили. 28 декабря 1965 года на Харьковском заводе «Электротяжмаш» собран турбогенератор мощностью 500 тысяч киловатт. Но советским гражданам в предновогодние дни не до турбогенераторов. Они в магазинах. Сделать подарки близким. Украсить праздничный стол. Среди бесчисленных человеческих забот, наверное, эти заботы самые приятные. Это очень модная линия, и вам идет это платье. А оно меня не волнует? Нет, нисколько. Оно выпущено. Покажите, пожалуйста, бусы. У вас выписано, да? Да. Вот, пожалуйста, посмотрите эти ожерелья. Это очень красиво. А что еще у вас есть? Вот еще. Мы можем вам порекомендовать новые духи. Продавщицы магазина «Детский мир» отправляются к своим юным покупателям. Для ребят они снегурочки, добрые феи из рождественской сказки, феи с подарками. Современный Дед Мороз предпочитает саням такси. Но и он появляется, словно из зимнего русского леса. Вызванный по телефону Дед Мороз угадал, о какой кукле мечтала Галя. Нового года – любимый праздник в каждой семье.
Елка давно стала атрибутом Нового года. И уж, конечно, веселье не зависит от ее размеров. Но так получается, что самая большая елка страны в Московском Кремле всегда собирает самую обширную и, пожалуй, самую веселую компанию. Вот так, зажигая огни бесчисленных елок, шествует Новый год. Практически ровесники. Ну, так, из бог, одного бог. Года. Да. Только я из Белоруссии, но у нас там тоже отмечали шампанским Новый год. Да. Да? Да? Только я не помню, чтобы у нас Дед Мороз разносил эти самые подарки по домам. А у вас разносили? У меня был большой шок, когда я узнал, что Деда Мороза нет. Я просто с тех пор в трауре. А когда каждый узнал? Новый год. А когда узнал? Года в 3-4. И с тех пор ни одного Нового года не помню. Вот тебе раз. Да. Я вот... А куда наливать будем, непонятно. Наливай. Супер. Все, и ребятам. Ребятам. Долить немножко. Освежить. Освежить. А как вы вообще отмечаете Новый год? Ну вот праздники, да, Новый год. Ритуалы есть какие-то? Ну, я вот говорю, я вот помню все до того, как открыл шампанское, а потом ничего не помню. Ну, это практически все так, я так думаю, да. Такой вот праздник у нас веселый, да. Ну, а вот вы старые кадры посмотрели, у вас какое-то чувство есть? Конечно, я сразу вспомнил папу, маму. Конечно же, утку новогоднюю обязательно, да. А в раннем детстве жили ведь очень скромно. У меня Новый год ассоциировался всегда с запахом мандарина. Uh-huh. Потому что мандарины мы ели именно только на Новый год. Да. Нам с сестрой доставалось по одному шарику, этому такому остро пахнущему летом, такому удивительному какому-то такому, да, мечу детства, да. Больше-то и не было, на самом деле. Да? По одному шарику, по одной такой конфетке. Ну, папа одной... очень довольный приходил. По одной шоколадной приходил конфетке, приходил с работы, да? С набором. Угу. Бутылка коньяка армянского, шпроты, два шарика. Буратино точно было, да, для детишек. Ну, в общем, так. Вообще хороший семейный праздник. Если так, без шуток, то, конечно, очень хороший семейный праздник. И Новый год надо праздновать, конечно, в кругу очень близких друзей. И семьи, конечно. Ребята, тогда за Новый давайте, год. Да. Ну давайте. За вашу дружбу. Ваша красота, мерси. Наша дружба и Новый год и творчество. Новые песни. Самое главное. Все, друзья. Антонина обернулась, убежала, улетела. На мгновение распахнулось небо и сгорело тело. Антонина, Антонина, ночь не спит, как злая мина. Наступила, оглянулась, в это время не вернулась. Антонина, Антонина, ночь не спит, как злая мина. Наступила, обернулась, в это время не вернулась. Антонина, муж да дети, чья судьба в тебя вцепилась. Красота на этом свете оглянулась и разбилась. Впрочем, не было свободы, обернись и ты, прохожий. Тает снег, дороги, годы, Антонина, вы похожи. Впрочем, не было свободы, обернись и ты, прохожий. Тает снег, дороги, годы, Антонина, вы похожи.
неведомой планете, на восторженном вокзале Антонине крылья эти все про счастье рассказали. На неведомой планете, на восторженном вокзале Антонине крылья эти все про счастье рассказали. Убежал, улетел, на мгновение распахнулось небо, да сгорело тело. Антонина, Антонина, ночь ворчит, как злая мина, наступила, оглянулась, в это время не вернулась. Антонина, Антонина, ночь не спит, как злая мина, наступила, оглянулась, в это время не вернулась. Сашка да Илья, хватит хлеба, а да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Там не срам, чего страдать, рай не сляга, вьюга наша благодать.
Спасибо, друзья. С Новым годом. Всех благополучных и вас тоже. Спасибо. Перед Новым годом подарки хлопотно, но приятно. Есть из чего выбирать. Ну, возможно, сейчас у телеэкранов сидят наши юные друзья, и они не знают, что так было не всегда. Вы и не слышали, небось, такие слова, как спецзаказ, дефицит, товар в нагрузку. И дай бог, чтобы вы никогда их и не услышали. Закончив основные съемки, мы решили немного отдохнуть, пройтись по Невскому. Мое внимание привлекли детишки, стоявшие у витрины. Чьи это малютки? Кто мог покинуть их в такое позднее время? Ну, конечно, папа. Чудак, он думает, что это можно скрыть от мамы. Я присоединился к тем, кто покупал все необходимое для торжественной минуты. А вот женщин, как всегда, привлекает другое. Некоторые за 15 копеек получают это удовольствие. Обширных залов. Вновь открытый после переоборудования магазин осмотрел Анастас Иванович Микоян. На 200 метров протянулись прилавки с разнообразным ассортиментом товаров. Торопится быстрее сделать покупки к новогоднему праздничному столу. Пожелаем же успехов в новом году и работникам торговли. Принять заказ на бутылку шампанского для моей мамы, проживающей Ленинград, Невской, 168, квартира 41. Вручить 31 декабря. Штурман Олейников. Надо сказать, что мама в этот день получит сразу 4 бутылки шампанского. Дело в том, что у нее еще 3 сына. Все они в разных концах страны, и все дали телеграммы по странам. Это наш ленинградский путь. Да. Все такое. А вы прибыли к Новому году, да? Да, именно выбрасывали, да, выкидывали. Такой же стержень был замечательный. Ну. Да, конечно, хорошо. Это я наливающий. Да. Я наливающий. Это 66-й, да? Это был 66-й. Это был 66-й. 66-й. Да. Да, Александр Васильевич, вы же ленинградец, да? Я ленинградец, я даже блокадник. И таким образом, значит... Вот так все и было, да? Так все и было, и когда или вот сейчас... Или постановочные? Нет, это все так все и было. И когда я сейчас слышу, как диктор говорит по большим тонах, что большой ассортимент товаров, и все радуются, то уже обратно туда не хочется. Потому что мы все-таки сейчас привыкли к тому, что всегда есть большой ассортимент товаров. Как бы нам сейчас трудно не жилось. Но все равно ностальгия, это молодость наша, это наша юность. И я всегда вспоминал о ленинградском Елисеевском магазине, потому что все время была экспедиция. И начиная с 54 года. И поэтому, конечно, вот выпьем за Ленинград, выпьем за те старые новые года. Это один из самых старых в этом огоньке. И, конечно, молодость – это единственное время, которое все было хорошо, как бы оно ни было на самом деле. И дай Бог всем такого счастья, как мы были счастливы в те годы. С Новым годом. С Новым годом. А мы сидели, спасибо. Ты со мной немножко положу. Тебе не буду класть. Мне не надо. Тебе нельзя, ты обопьешься. Ужас. Почему? Да. Александр Алексеевич, да. А ну соль. Да. А скажите мне, а вот история, у вас такое количество песен, что в принципе, ну, просто даже невозможно их, наверное, и сосчитать. Нет, можно сосчитать. Их не сколько? Так много, на самом деле. Тут 250, 300? Ну, 300, да. Видите, 250 около 300. Вы сами не можете сказать точно. Нет, сколько? Есть люди, которые их считают. Я... Вот. А понимаете, дело в том, что поскольку я все-таки по основной специальности геолог,
дело, ты всю жизнь провел в экспедициях, то новые годы, они удивительно по-разному у меня складывались. Ну, или в Африке, где нет елки, но есть жена французского посла. Ну, да. Или в Канаде, где все так, да, и все-таки все не так. Но всегда, почти всегда, 17 лет в моем родном Питере, это был крайний север. Это был крайний север. И вот была такая песня, которая написана еще задолго до вот этого времени, которое нам показывали. Настолько не живут. Даже одна девушка недавно мне сказала, разве вы «Снег» написали? Кстати, на Новый год. Я эту песню еще в детском саду разучивала. И с большой досадой добавила. Думала, что давно умерли. А это далекий 58-й год. Крайний север под Игаркой. И такая новогодняя обстановка. Снег идет. И далеко до Ленинграда, далеко до родных, до близких. И вот появилась такая вот песня, но это которая так и называется «Снег». Попробуем. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. Эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просит давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится, по берегам замерзающих рек. Снег, 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 над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кос своих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Над тишиной замерзающих рек. Снег, 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 долго ли сердце твое с берегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелёгкие дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, 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 он тебе нынче приснится, залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Если вы этого еще не сделали. Чтобы вы не отвлекались, рекламная пауза. Оставайтесь на пятом, сразу после рекламы «Уникальная хроника». С нами.
С вами Пятый канал из Петербурга. И мы вспоминаем прожитые вместе с нашей страной годы. Как раз подошел к концу 1968. Автоматическая станция «Луна-9» передает снимки лунной поверхности на Землю. В Тольятти небывалыми темпами строится автомобильный завод. Вот-вот счастливые обладатели копеек сядут за руль. На киноэкранах «Кавказская пленница», в танцклассах домов и дворцов культуры разучивают супермодный танец «Лепка-енька». В детском мире не протолкнуться. Наступает самое хлопотливое, но и самое приятное время. Сотни новых магазинов гостеприимно распахнули двери для тех, кто хочет купить новогодние подарки. Первая елка вспыхнула в детском мире. И тут же ярче всех шариков и звезд загорелись восторгом глаза самых маленьких покупателей. Ведь хорошо известно, что новогодние подарки приносят не маму и не мамочку, а Дед Мороз и Снегурочка. Только не всегда удается их увидеть. А как приятно получить новогодний подарок из собственных рук Деда Мороза. Особенно если подарок этот из детского мира. Все легче и легче становится волшебный мешок Деда Мороза. Залы страны отданы в эти дни детям. До Нового года остались считанные минуты. Это последний танец в старом году. С Новым годом, товарищи! Товарищи, с удовольствием, ребята. Ну, будут за мной ухаживать или нет? Да. Ну, конечно. Скорее, что? Скорее. Осталось 5 минут, что ли? Нет. Я вспоминаю, мне сразу вспомнилось свое детство. Ну. Я запирал брата в шифонер и кричал: «Я так люблю это детство». Кому? Почему? Не знаю, потому что детство. Что хочешь, то и твори. Ребята, за детство. Давайте за детство. Ой, сейчас я вам, да. Нет, я потом. Давайте, ребята, сначала быстрее селедочку. Селедочку, салат, огурцы там. А, ну а это как? Ну шпрот это. Ну шпрот, шпрот это же святое. Шпрот. Что у нас было в 69-м году, кроме шпрот? Оливье. М-м? Это естественно. Оливье было. Мы это и накладываем. Потом какие-то конфеты. Осталась привычка вот к той Е9, правда же? А куда денешься? Ну. Куда спасибо. Денешься? Спасибо. Послушайте, и, правда, а... и другая еда появилась. Ну да, ну еще, еще. Могу. Давайте, конечно. Слушайте, а правда, что вы в детстве спасали людей из озера? Это да, я жил на берегу озера, и это у нас было такое рутинное занятие. Спасать детей, людей, мужиков пьяных. И сейчас бы мне дали бы, конечно, медаль за спасение утопающих, но там это делали все. Ну... Кто рядом находился, тот и... А вы поэтому вот лето, про лето у вас и песни, и альбомы, вы его любите из детства, вот это осталось? Вообще, мне кажется, почему-то я вот на каком-то 63-м году так застопорился, мне кажется, что лето
Какое-то было особенное лето. Самое длинное лето в жизни, в 63-м году. 63. Наверное, накануне первого класса. Угу. Поэтому такое ощущение. Угу. Длинный летний день. А вы же инструктор по плаванию были. После... Откуда вы все знаете? Нет, ну я знаю, я интересуюсь. Но я поклонница, потому что... Я потом, естественно, занимался плаванием. Мы спасали людей, он и научился плавать. Вообще, из этого поколения многие могли бы начать свою биографию так. В детстве у меня был дворец. Почему? Дворец культуры Челябинского трубопрокатного завода. Понятно. У вас. А у меня был дом культуры строитель. Точно. Мы и просто. У меня был дом, да, мы с вами из. Да, земляки! Связывает, да, белорусы. Ну, конечно, детство, конечно, счастливо. И я на реке выросла, и я ныряла с лодки. И так много у нас, в общем, давайте, ребята. Река у нас хорошая была, Припять называлась. Земляки. Лучше Припяти ничего нет. Конечно. За дворец культуры. Извините. Хорошо. Стоите. За детство понеслось. Я потом после песни. Скажите, пожалуйста, вот только честно, если ответите. Вы петь начали, потому что хотелось девочкам понравиться или девушкам? В каком возрасте? Скажу вам честно. Ну? Не знаю, как Лёня. А я да. Я знала, потому что у меня такой же мальчик был тоже. Не, ну как-то это очень стимулировало, как-то хотелось, а потом увлекся, и все. Втянулся. Сейчас все равно нравлюсь, уже говоришь, не надо уже. Ну, вы бы и так понравились без гитары, я вам честно скажу, как профессионал. Вообще, новогодние песни, они появляются у всех. Я долгое время думал, почему Рязанов? Много сюжетов у него и фильмов про Новый год. Да потому что это квинтэссенция жизни. Как-то все оживляется, все происходит. И у нас тоже есть несколько песен. Так? «Крепитесь, люди, скоро лето». А, я знаю. Да, давайте. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо большое. Спойте, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Всего 3 недели по зябшим прохожим, по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. По разводам метрополитена, по большой разноцветной руке, там сейчас после Нового года тополя в заграничных гирляндах. Расщедрилась мама природа, так что снег бесконтрольно летит, и крещенские злятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит, и кто-то пишет рукой согретой. Через несколько суток, поборов и пространство, и время, мы проткнем шереметьевский сумрак и опустимся в море огней. Я по милой земле прошагаю, потеряв свой последний рассудок, и, конечно, еще прочитаю эту надпись в сиреневой мгле, что так любезно. Старым дворам и по кухням, тем, с которыми в самом начале.
сердце. Когда на сердце покоя нет, покоя нету. Когда оно промозглым днем, когда оно промозглым днем, чего-то ждет, дальше уступает. Крепитесь, люди. Скоро лето, нам наше лето, нам наше лето обязательно придет. Дальше слова простые, можно петь и хлопать. Перепись населения в СССР. Александр Солженицын получает Нобелевскую премию. На телеэкранах программа «А ну-ка, девушки». А вот незаметное вроде бы событие, но очень важное для всех, кто собрался сегодня в нашей студии. С целью удовлетворения потребностей граждан в бытовой радиоаппаратуре Киевским научно-исследовательским институтом электромеханических приборов разработан стационарный катушечный магнитофон «Юпитер». Первый в СССР магнитофон на базе транзисторов. С этого дня можно было принести магнитофон на квартирный концерт и записать любимые песни. Но в официальной кинохронике главный сюжет, конечно, другой. Столетие со дня рождения Ленина. Давайте нальем, товарищи. Проводим 70-й юбилейный, как положено. Юбилейный ленинский год. Он вошел в историю советского государства как год новых свершений, знаменательных событий, предшествующих 24-му съезду партии. Это был год новых выдающихся побед в космосе. Впервые в истории покорения Вселенной на Луну достаточно.
поставлен самоходный автоматический разведчик «Луноход-1». Победы в космосе куются на Земле. Юбилейный год ознаменовался досрочным выполнением 5-летнего плана во всех отраслях народного хозяйства. Освоены новые богатейшие рудные месторождения. Сталь 70-го года. 100 миллионов тонн металла были выплавлены к 16 ноября. Последние недели года металлурги работали уже в счет следующей 5-летки. Прокат дали новые цехи металлургических гигантов Западной Сибири, Челябинска, Донбасса. Колхозы и совхозы получили самый высокий урожай за всю историю земледелия нашей страны. Выполняя решение июльского пленума ЦК КПСС, труженики полей засыпали в закрома Родины миллионы тонн зерна сверх плана. Программой партии назвал Ленин план электрификации страны. К 50-летию ленинского плана ГОЭЛРО выработка электроэнергии достигла 740 миллиардов киловатт-часов в год. Много перекрыты задания 5-летки по добыче газа, нефти, каменного угля. Это был год-созидатель, год-труженик. Дни мы побывали на нескольких предприятиях. Ткачиха фабрики «Пролетарская свобода» Галина Ивановская рассказала о своих трудовых успехах. Прошедший год был для меня знаменателен тем, что я 5-летку выполнила досрочно, к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Карачаровский механический завод, говорит бригадир слесарей Дмитрий Никитин. В прошедшем 1970 году у меня было много знаменательных дат. Знаменательная дата для меня 11 декабря. В этот день указом Президиума Верховного Совета Союза СССР мне было присвоено звание Героя социалистического труда. Считаю, эта высокая награда принадлежит не только мне и моим товарищам по бригаде, но и всему коллективу нашего завода. Счастливым был год и для наших прославленных спортсменов Ирины Родниной и Алексея Уланова. Они завоевали звание чемпионов Советского Союза, Европы и мира по фигурному катанию. Мы хотим пожелать всем в новом году счастья, здоровья и успеха. На исходе последние часы 70-го года. С Новым годом, дорогие товарищи! Счастья! Сижу я как-то браться с африканцем, а он, представьте, мне и говорит: «Возьми, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид». Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. А также в области по лету мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: «В российских селах не танцуют 300». Поэтому здесь не выглядный вид. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. А также в области балета мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: «Вообще ты кто такой? Вот
вот я, наследник африканский. А я говорю, технолог петухов, и это я вам делаю ракеты. Перекрываю Енисей, и даже в области на лету. Я впереди планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством, открой, говорит, бесславный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство на шве, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж мы делаем и перекрыли, а также в области. Этот скромный бокал, но с большим чувством. Будем пытаться сейчас открыть. 70-й, переходящий в 71-й. Там, где 71-й, я скажу вам, там и 72-й. Не боюсь этого слова. Одним словом, 70-й Е. 70-й Е. Интеллигента. Ну, ты можешь же, ну, можешь. Ну, да. Интеллигента. Хорошо. По чуть-чуть, дорогие друзья, буквально. Гостям. Скоро дойдем до года, в котором был объявлен сухой закон Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Так что давайте последние буквально, последние секунды. С новым тысяча, а вот так, о себе-то. Мальчик, 71-й год, дорогие друзья. Поздравляю вас. Дай Бог нам еще лет 200 вспоминать, что было в 70-е, в 60-е, в 70-е. Ура! Татьяна, а Юрий Иосифович Визбор, он когда-то в это же время начинал, по-моему, на телевидении работать, да, на центральное телевидение пришел? Он 70-й, прямо в начале 70-х как раз. Просто то, о чем я сейчас собираюсь рассказать, это произошло несколько позже. Новый год с 76-го на 77-й. Тогда первая программа центрального телевидения имела огромную первую студию на производство вот этого феерического действия сказочного. И снимали так, развалясь, сентября, октября и так далее. Мой отец один раз имел к этому абсолютно прямое отношение. То есть он был автором сценария. Его пригласили как сценариста творческого объединения «Экран» написать сценарий очередного «Голубого огонька» на первой программе центрального телевидения. И, значит, он этот сценарий написал, и вели его два замечательных человека. Один очень и в ту пору, и сейчас популярный актер Игорь Старыгин, и вторая была наша известная примадонна Алла Борисовна Пугачева. Надо сказать, что Алла Борисовна когда-то, вот был в ее жизни такой эпизод, когда она еще, так сказать, тешилась авторской песней, ну вот период практически иронии судьбы. И она вместе с бригадой радиостанции «Юность», где работала моя мама, а когда-то и отец, выезжали по колхозам и пели там, значит, всякие авторские песни. И даже вместе с моей мамой Эдой Якушевой когда-то пели, значит, «На два голоса», о чем она, кстати, помнит. И, значит, ситуация такая. Я пришла посмотреть, естественно, я там постоянно присутствовала на съемках, мне очень нравилось это. Вот мы идем с отцом по коридору, навстречу нам Алла Борисовна. Они здороваются нежно, Алла смотрит и проходит, значит, вперед. Мы расстаемся, вечером звонит мне папа. И прям не может произнести фразу, потому что он, его начинает душить смех. Я говорю, что случилось? Он говорит, представляешь, звонит мне только что Алла. И говорит, Юра, а скажи, вот что за девушка с тобой была? Жена? Он говорит, да нет, ну что, Алла, это моя дочь. Она так вздохнула, говорит, а я-то думаю, и Визбор старый стал, и жена у него молодая, а все равно на Атку похожа. А гитара у вас? Да, действительно, зачем? А что, гитара? Гитара! Странно,
мне поставили как-то, не знаю. А что вы будете? Это намек, наверное, какой-то. Раз поставили, придется петь. Что вы будете петь? На самом деле, в нашей семье поют всегда, везде. И вот в моем детстве, в нашей квартире на Неглинке, где собирался цвет вообще, как я сейчас понимаю, российской интеллигенции вообще, будь то Ефимович Герд, или, я не знаю, Марлен Мартынович Хуциев, или Булатак Уджава, или Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. У нас был этот народ, как так сказать, как... Как Новый год. Как Новый год, да. И поэтому праздники, вот Юрий Алексеевич Кукин, да, и Сергей Никитин, ну, просто масса людей, которых мы любили, знали, и, так сказать, мне это все с молоком матери передалось. В общем, я говорю, Новый год у нас был каждый божий день. Поэтому определить, что конкретно было из этого Новый год, я не знаю. Потому что были застолья, были посиделки. Я так понимаю, что они еще в этот момент и работали каким-то образом, да? То есть создавались какие-то шедевральные произведения. Но тем не менее, вот... Такой... Когда они это делали, понять нельзя. Нет, совершенно абсолютно. Сделать это, разграничить, это невозможно. Ну, у вас есть возможность продемонстрировать всю мощь. Музыкальную и со всех сторон. Разверните баян. Гитары, и давайте на сцену. Бурные аплодисменты. Подпевайте. Вечер бродит по лесным дорожкам. Ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко. Посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко. Посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята в неизвестные еще края. И тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. Канун Нового года. По всей стране зажигаются праздничные огни. И для каждой елки надо приготовить новогодний наряд. В эти дни магазины превращаются в сказочные дворцы Деда Мороза. Подарки и кондитеры. На Куйбышевской шоколадной фабрике «Россия» к праздничным дням выпущены новые сорта конфет. Совет дегустаторов оценил продукцию на отлично. И с этим мнением согласились самые авторитетные специалисты. Еще один новогодний подарок. Эти необычные часы возвестили юным зрителям столицы об открытии нового кукольного театра. Впрочем, волшебство в эти дни – дело обычное. Волшебников сейчас готовят в массовом масштабе и самой высокой квалификации.
Теперь ты ангел мой, при каких делах? Помнишь, я мечтал с тобой о тугих крылах. Сколько лет и сколько зим прошло, сосчитает ведь. Вот и крылья есть, а некуда лететь. Вот и крылья есть, а некуда лететь. С кем сегодня, ангел мой, ты зовёт роман? Мы мечтали плыть с тобой через океан. Сколько лет и сколько долгих зим строил я фрегат. Жаль, кругом сплошные берега. Жаль, кругом сплошные берега. Если ты живой и ты не пьян, запиши меня твой бизнес-план. Я готов, я буду ждать, ты дай мне знать. Забери туда, где свет, полетим в края, которых нет. Мне уже не встать, но я могу дело, ангел мой, ты спасал меня. Было нам тепло с тобой, даже без огня. Сколько лет и сколько зим прошло, ангел мой, ответь. Вот и есть огонь, а некому согреть. Вот и есть огонь, а некого согреть. Идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год великого ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Взяты новые высоты, единство воли, как никогда прочны. Дальнейшим подъемом воспримут его решения, приложат все силы, дело мира и демократии. Я тебе попереключаю! С Новым годом! Thank you.
от 1971. Премьера фильма Тарковского Андрей Рублев. Посадка советской автоматической станции на Марс. Запуск Саратовской ГЭС и первый советский телесериал. Правда, это слово еще никто не знает. Следствие ведут знатоки. Сериал черно-белый, хотя цветная картинка уже появилась на телеэкранах. Встречаем 71-й в цвете. Вместе со Столиваром Виктором Клюевым. Кто это? Кто это? О, Ирочка, сейчас узнаем. Классный мужик. Когда мы снимали Виктора Клюева, заканчивался 1971 год. Вся страна готовилась к встрече Нового года. Среди праздничной толпы можно было увидеть и Виктора Клюева. Он делал последние покупки в старом году. Новогодние подарки родным и близким. ...31 декабря за праздничным столом собралась вся семья Виктора Клюева. Его жена Анна Григорьевна, бухгалтер. Сын Юрий. Сына Татьяна, студентка строительного института. Братья Виктора, Владимир и Евгений, тоже столивары завода «Серп и Молот». Страна вступает в Новый год. Год славного 50-летия советского государства. Он принесет семье Клюевых, как и всем советским людям, новые успехи и новые большие дела, творческие поиски и замечательные свершения. За что выпьем-то хоть? А давайте за 71-й сейчас. Аккуратненько за 71-й. Так пока на 78-м не дотянем. Ой-ой-ой, зимой. А вы помните Новый год 71-й? Вот как встречали с 70-го на 71-й? Нет. Не помните? Нет. Ну вот так вот. Ну, дело в том, что тогда хорошо встретили. А какие есть, которые запомнили? А какие запомнились? А я не знаю. Вот я прошлый вот это запомнился. Все время, как я вместо Красноярска попал на полуостров Таймыр, не знаю об этом вообще. И там 200 километров до Северного полюса, а мы летели на юг практически. Там 3 градуса жары было. А как вот вы считаете, в Новый год хорошо знакомиться с девушкой или нет? Это смотря, вот теперь я тебе скажу. В Новый год я случайно возвращался, попал к гости незнакомым людям. Мы там нас просто с дороги забрали. Мы думали, что прилетели к концерту. Новый год, но денег нету. Пошли к начальнику, дал 5 рублей, нету. И мы идем по улице уже без часу Новый год. Только сами с нас все ребята встречать негде. Нас посадили, отвезли в какую-то компанию. А там были артисты, была балерина Максимова даже. И это самое. И технари, там инженеры. Ну, эти самые, всякие аспиранты, доктора ног, ну, по техническим делам. Такая компания интеллигентная. Ну, и мы туда попали. И вот там веселились, на 4 часов я там находился. Потом пошел домой. Мой друг Сережка Арно, он сейчас в Америке, кстати. Артист, все, вот. Он, значит, он Максиму там уже начал укращать как-то. В общем, и он решил остаться, ему интересно. А я пошел домой. Иду, и там девушки вышли. 4 из ресторана «Океан» как раз. Они отделом отвечали Новый год. Я вышел, значит, и иду домой. Одна девушка отстала, я подошел к ней, что заговорил. Ну, мне понравилось. Я перераспустил, и там же показал, как сечет, откуда танцевать, на что на свете. Плясал и пел. И потом, когда вышли домой, уже ей нужно в одну сторону, а мне такая, я так говорю, знаешь что, ты сегодня не пойдешь, я тебе предлагаю руку сейчас, пошли ко мне. И это была моя жена. И сколько лет вы вместе? 27.
немедленно. Вот это да! Вот а это да! Это моя третья жена. Я 23-я жена. 27 лет. Да. За любовь? За любовь. 20. Мне давали два раза. Один раз дали 10 лет. Давайте выпьем. Это фантастика. За хорошее поведение на год раньше отпустили. Я виделся второй раз, год потерпел. Опять дали 10 лет. За хорошее поведение, да, которое я отпустил. И тут я выжил, заявился, то есть 27 лет. Дальше вышка. Меня не выпустили. Ой, Галя, ну не знаю, может, споете что-нибудь, что нам по этому поводу? Здесь вот там сказано будут петь. Ну так, я думаю, неплохо было бы. Придется. Петь придется. Придется. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть и возвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Заканчивается 1975-й. Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам. Первые микроавтобусы РАФ, или как их ласково называют, трафики. Страна уже посмотрела 17 мгновений весны и Ивана Васильевича. Полным ходом идет строительство Байкало-Амурской магистрали. Он уже становится историей. Стартовый год 10-й пятилетки. Отличный, уверенный взят разбег. Еще 1 ноября встретили свой новый трудовой год горняки 7-го участка шахты Западная Карагандинского угольного бассейна. Десятого декабря Леонид Ильич Брежнев поздравил строителей БАМа с досрочным выполнением годовой программы строительно-монтажных работ. Сегодня БАМ – это более 500 километров магистрали. Она уже шагает по Якутии, и все новые и новые станции встречают поезда. Счет новых километров трассы «Мужество» ведет 10-я пятилетка. Первые КАМАЗы прямо с конвейера пришли в Москву в день открытия 25-го съезда партии. А сегодня 5000 камских богатырей уже за работой. Их можно встретить во всех концах нашей страны. И чтобы уверенно работали наши заводы, вся промышленность, вся страна, нам нужно море, океан, электричество. Энергетики возводят сейчас свыше 500 новых объектов. Один из лучших урожаев зерна за всю историю страны был собран в этом году. Свыше 220 миллионов тонн хлеба. А какими трудными, капризными были нынче лето и осень, помнят все. И все-таки победы. Особенно порадовали нынче сельские труженики нечерноземья. По 20-30, а то и по 40 центнеров зерна с гектара давала преображенная земля. В этом году создана прочная кормовая база для развития животноводства, которая решительно переходит на индустриальную основу.
Одна за другой вступают в строй гигантские фабрики мяса. В 76-м году они были построены в рекордно короткие сроки. Так на деле осуществляется интенсификация сельского хозяйства, повышение его эффективности. В Заполярном Мурманске зимой собирают летний урожай. На всех широтах нашей Родины распахивают двери новые универсамы. Минувший год – год побед советского спорта. Выдающихся успехов добились наши спортсмены на 21-х летних Олимпийских играх в Монреале. На 12-х зимних играх в Инсбруке. Перед вами первые олимпийские чемпионы в танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков. Шестикратные победители первенств мира и Европы. Комплект. Ну что, Маша? Да. Это 70-е годы. Я думаю, что в любом случае за это надо выпить. Особенно мне понравились, вот я сразу вспомнил, ностальгическое такое вспоминание, вот эти Деды Морозы чудовищные. Помнишь, такие, из которых уже на следующий год торчала вата из всех, из воротника, из рукавов. Но, тем не менее, за детство. За детство, дорогой. За это и надо выпить, да. Знаешь, что я хочу спросить? Вот у тебя ведь папа артистом был, да? Я еще имела счастье работать с ним в одном театре, в театре комедии застала. И, конечно, Новый год наверняка ты, может быть, или наверняка отмечал в театре комедии, нет? И как ты к Деду Морозам относился вообще? Я в детстве, нет. Новый год я проводил, как правило, дома. За Дедом Морозом, собственно говоря, был папа. А, все-таки он был, да? Он был, да. Дедом Морозом был папа. По-моему, пару раз был Лев Максимович Мелиндер Дедом Морозом. А дядя Гена? И дядя Гена Воропаев тоже, видимо, был. Угу. Но больше всех был... Спасибо. Но больше всех был папа, и один раз все-таки я его расколол. Я уже был довольно взрослый, мне, наверное, было 6 или 7. А до этого не узнавал? Нет, или делал вид? Нет, было какое-то время, когда я его не узнавал, потом, видимо, настало время, когда я подозревал, а потом все-таки настало время, когда я сказал, я так и знал. Так. Вот, но все-таки уже... Дети эти, они ведь чем отличаются? Я вот сейчас на свою дочку смотрю, она же прекрасно понимает, что, скажем, вот эта огромная кукла, да, внутри которой человек, что она не живая. А сколько ей? Ей 3. 3 года, да. И она уже понимает. Она прекрасно это понимает. Она прекрасно понимает, что внутри этой куклы находится человек. Но это абсолютно не мешает ей свято верить в то, что этот персонаж живой. Да. Несмотря на то, что он резиновый и пластмассовый. Конечно. Слушай, а ты уже стал фаном? Я стал фаном своей дочки. Вот я и говорю, сумасшедшим папашей уже сколько тут прошло времени? Ну вот смотри. 3 сейчас. Да, но ты вот совсем недавно, да? К Новому году будешь ее как-то... Да, уже в прошлом году к нам приходил Дед Мороз, а в этом году уже, я думаю, в прошлый раз она испугалась. А кто-то так, был знакомый? Побаивалась. Или... Ну да, мы из театра попросили. Ну, попроси другого. Попроси. Он был очень громкий, он играл на баяне. Старался, да. Понравился. Я к тебе обращусь, может. Ты мне кому-нибудь подскажешь. Ну, знаешь, что я еще хочу сказать? Что я, по-моему, была на одном из первых исполнений твоей песни. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Я стала такой фанаткой, просто как девчонка. Я сама от тебя не ожидала. Мой муж на меня смотрел. Ира, ну держи себя в руках. А ты что-нибудь такого новенькое, что-нибудь споешь? Спою с удовольствием. Песенка рождественская. Она такая прямо, как и знаешь, из кино. Снова в декабрьском небе летит звезда. Юный и глупый месяц выгибает дугою бровь. Снова косматые старцы спешат туда, где этой зимней ночью появилась на свет любовь. В этот день, вот уже больше 2000 лет, собирает любимых рождественский свет. Только ты моя радость за 10 морей, где и снега-то нет. Рождество — это время надежды, любви, торжество намело. Говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. Мерзнут елки в загончике на углу, спят
словно птицы в клетке. Все никак не разберу. Я позвонил, чтоб сказать тебе, что люблю. Но что тут скажешь? За 3000 верст, да за 7 минут наш пацан все такой же орел и герой. В полугодии тройки одна на одной, а по пению 5 он еще и поет. Ну в кого он такой? Рождество — это время надежды, любви, торжество. Намело, говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. Слепит уставшие окна мои метель, кружится снежный ворох. Так и нас закрутила жизнь, смотрит холодным врагом на меня постель, словно смеется стерва. Хоть вообще в нее не ложись без тебя. Все не так, все пустое, все зря, будто держат меня на земле якоря. Привези мне весну посреди Рождества, посреди декабря. Рождество — это время надежды, любви, торжество. Ничего, говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. Это время надежды, любви, торжество. Намело, говорят, будет снежным январь, приезжай к нам на Рождество. За любовь? Необычное это дело — встречать Новый год у экватора. Стараешься, чтобы всем было хорошо. Веселишься, шутишь. И все же чего-то не хватает. А Деду Морозу местный климат вообще противопоказан. Мы тоже встречаем Новый год на чужбине, в лондонском порту. Когда вот так все вместе, кажется, будто родина совсем близко, и голос ее звучит почти рядом. С Новым годом, товарищи! За твои успехи, страна! Пожелание счастья понятно на всех языках, даже на языке кораблей. Летаются в этот хор и голоса советских судов. Они слышны во всем мире. Посещают наши корабли. Посланцами доброй воли и дружбы плывут они по морским путям и дорогам. Мы подъехали к теплому стану, эй, водитель, таксу, отвернись. Дорогой, я вас ждать не устану, дорогая, вы вся моя жизнь. Ах, не судьи себе мы, не судьи, случай ходит у нас по пятам. А вокруг будто тысячи судей зажигает огни теплый стан. Парабарам, 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 парам, парабарам, парабарам. Я из внукова ангелом взмою в отдаленные очень края. Я еще от предчувствия взвою, посинею еще от вранья. Память ваших измен тень наложит на мое болевое лицо. Это ж только цыгане.
цыгане за ножик, мы ж за рюмку и дело с концом. Пусть друзья меня крепко осудят, но я даю телеграмму встреча. Из посуды и шатаюсь в посуду, захожу к корешам невзначай. Мы из теплого прибыли края, я по северным плавал местам. И в окне теплый стан наблюдая, и в окне теплый стан наблюдая, и в окне теплый стан наблюдая, обнимаю я ваш теплый стан. Спасибо. Чур, я разливаю, я больше всех это давайте. Борис, но вы же подошли к нашему столику не только из-за меня, я понимаю. Вас с Леонидом что-то связывает? Да, нас очень связывает с Леонидом. Мы с ним, во-первых, родом из одного и того же города, который называется Казань. И когда-то мы там даже учились вместе в Казанском университете. Вот так. Где, как известно, учился Ленин. Но только Ленина раньше. С первого курса выперли, а мы закончили. Отлично. Опять на троих. Ну что, за встречу? С Новым годом, ребятки. С Новым годом. С Новым годом. Извините. Будьте здоровы. Во. Рассказывайте. Дедом Морозом были когда-нибудь? Да, конечно. Ну, прямо. Ну, конечно. Ир, ну, абсолютно серьезно. Ну, ты же профессиональнейшая актриса. Сколько лет в театре? Кто из нас не зарабатывал этим делом? Там Аня Снегурила никогда? Ну, видимо, класс повыше. Потому что, нет, Дед Мороз для актерской братьи это единственная возможность заработать была какие-то приличные деньги. Потому что Новый год – это по 15, по 20, по 30 елок. И передают костюм, значит, я тебе шапку, ты мне халат. Безвозмездно. Ну, там уже никто не считает. В театре всегда бывает 2-3 комплекта костюма. И очень важно развести. Вот так вот где-то машины съезжаются, быстренько ты мне шапку, я тебе мешок, и поехали по детским садам. Все это было. Есть по этому поводу массу баек, всяких. Говорят, что был такой замечательный артист по фамилии Хвыля. Громадный, красивый, с огромным басом. Любил выходить на кремлевских елках и говорить свою знаменитую фразу «Здравствуйте, дорогие дети Кремля». То есть официальный Дед Мороз был. Большой, да. Значит, и рассказывают, что однажды он пришел на такую елку, значит, уже несколько приняв. Это, кстати, больной вопрос у любого Деда Мороза. Везде же наливают. У него есть блестящая песня на эту тему, когда значит, к концу елки что делается с Дедом Морозом. Да. Так вот, и он пришел уже немножечко, значит, это, и говорит: дорогие детки, что я вам должен был, вообще, какое, что я вас должен был спросить, подзабыл я. Те говорят: да, Дедушка Мороз, загадайте нам загадку. Он говорит: ну что ж, деточки, извольте. Вот мы сегодня с моей внучкой Снегурочкой отчесали 15 елочек по 15 рублей, там, по, вернее, 30 елочек по 15 рублей каждая. Сколько будет на круг? Дети посчитали, хором говорят: 450 рублей. Фиг вам, дедушки, загрохотал Дед Мороз. А налоги? Вот. И эти Дед Морозовские все рассказывают, что один известнейший актер, которого мы все очень хорошо знаем, старался под Новый год
убежать быстрее со сцены, потому как каждая минута, его там убивали за 20 минут до конца первого акта. А эти 20 минут можно было использовать с большим, большим успехом, да, с большим толком использовать. И он, значит, когда его там застреливали, он полз умирать в кулису, тут же прыгал в машину и несся, значит, на съемки, на звучание Деда Мороза и все прочее. Это заметили товарищи, им стало очень завидно. Значит, и они стали его убивать подальше от кулис. Но он все равно, значит... Практически голыми руками. Да. Значит, он все равно полз, и тогда один из его товарищей сказал: «Добейте, гада!» И все остальные вкатили в него по 5, значит, пуль. Каждый, ему ничего не оставалось делать, как лежать на сцене до конца спектакля. Леонид, а вот что, тоже были Дедом Морозом, да, я знаю. Да, у меня есть тоже трагическая страница в жизни, что я был Дедом Морозом. Работаю я в газете «Вечерняя Казань», и в наш корпус журнально-издательский ходят кушать работники молодежного центра. Горе прекрасно это знает, напротив газетного комплекса. И вот они ходят кушать день, два, три, месяц, два, три, год. Потом как-то под Новый год они заходят ко мне в отдел, смотрят на меня так оценивающе, говорят: «Ты толстый». Я говорю: «Открыли Америку». Они говорят: «У нас надо провести две елки для наших детей, для детей сотрудников Казанского молодежного центра в качестве Деда Мороза». Я говорю: «Да я никогда что-то и не был». «Да ладно, что, дадим тебе халат, там, шапку, бороду, валенки с калошами». Почему-то я сказал, чуя недоброе, вот с калошами. В назначенное время я пришел в фойе Казанского молодежного центра. Стояла большая елка. Детей в первую экзекуцию было немного, человек 7. Экзекуция? Да, человек 15 родителей было, значит. Мне дали валенки с калошами, синий плисовый халат, шапка, усы, борода из ваты, намазали помадой нос и губы. Обязательно. И дали посох, выкрашенный синей гуашью, которая оставляла следы на всем. Это я запомнил. И, значит, из спортзала я вышел к детям. Дети стояли там, зайчики, козочки, там всякие. Я вышел так, помахивая палкой, я сказал: «Здравствуйте, детишки, я Дедушка Мороз». «Здравствуйте, Дедушка Мороз», сказали дети. «С Новым годом», сказал я. «Спасибо». И тут Дед Мороз понял, что говорить ему больше нечего вообще. Да, текст уже никто не дал, первый раз в жизни. Не был артистом никогда. Он журналист по образованию. Да. И я, значит, так пошарил по карманам конфетки, думал: нет карманов. Я посохом там помахал, и пауза возникла очень неловкая, так минут на 5. Потом я пошел задумчивый вокруг елки, думаю, что сделать-то дальше. Постоял за елкой, дети стоят. «А, вы здесь?» Опять постоял за елкой. И тут меня осенило, я вышел и стал думать: «Дети! Как вы думаете, почему Снегурочки нет у Деда Мороза?» «Не знаю», стали дети там все уже подтекать стали. «Потому что она сюда шла», сказал я, «а серый волк ее притиснул в подъезде, и сейчас, дети, мы пойдем, волку башку разобьем, хвост оторвем, лапы переломаем». Текст практически дословный. Дети стали подвывать, родители придвинулись. «Да как ты?» Я быстренько опять за елку шнырк и за елки выглядывал, строя какие-то рожицы. Потом я просчитал, что уже прошло минут 10, пора эти детей отправлять. Я вышел и сказал: «Дети, внизу, на первом этаже, за 3,50 подарки. С Новым годом!» Да. Дети ушли. Вторая порция была. Я вышел в спортзал, сел на скамейку и уснул от потери нервной энергии. Это был ужас. Проснулся от того, что баскетболисты прибежали юные, стали сказать: «Дедушка Мороз пьяный». Я сказал: «Дедушка Мороз очень устал». Потом опять уснул, потом меня пнули острой туфелькой в бок, сказали: «Что ты спишь, дети, охрипли, тебя выкликаю». Вторая порция. А я же не видел, от усталости, от пота помада растеклась. И, в общем, такая кровавая борода у меня была, кровавые губы окровавленные. И, махая этой палкой, со сбитым колпаком на бок, я внесся ко второй порции детей. Я уже знал, что говорить: «Дети, с Новым годом! Серый волк, сейчас мы ему наваляем!» И под елку шнык. И какой-то подлый голос сказал в микрофон с ненавистью: «А сейчас танец Дедушки Мороза!» Йоника заиграла, барыню фальшиве от смеха, меня за калоши вытянули. Я пошел танцевать, я честно говорю, я сел
присядку, на втором круге упал. Калоши вытянул, сказал, все, дети, за 3,50 подарки вниз, пошли отсюда. Подошла какая-то мамаша злобно, сказала, как скучно-то. А я вслед им крикнул, зачем-то, я сказал, я вам сегодня приснюсь. Зачем я так сказал? Вой раздался. Дети упали по лестнице. Они не знали, что надо было вас попросить спеть просто. Они не знали, что надо было убить этого Дедушку Мороза сразу, его же палкой. Мы вас попросим спеть. С удовольствием. Телевизор не цветной. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Кто не выпил, тот больной. О, больной, а во подлюка. Потому как жизнь одна. Эх, такая, братцы, штука. Хошь не хошь, а пьешь до дна. Кто зальет ее шампанским, а кто гробушкой своей. Заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский, сердцу будет веселей. Телееле, телевизор, телееле, говорит, тянут еле лапы к низу, новогодний шар залит, спит под елкой ежик бритый, видит радостные сны, а со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты, перед новым. Все равны. А вот и старый проводили, вот и новый наступил. А вот и новый проводили, а тут и старый наступил. А вот что-то кого-то проводили, а вот кто-то сразу и наступил. Спасибо, что остались с нами. Хорошо сидим, не правда ли? Что там на календаре? Конец 79-го. На киноэкранах лавина премьер. «Москва слезам не верит», тот самый Мюнхгаузен, «Гараж», «Осенний марафон», «Место встречи изменить нельзя», «Экипаж», «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон». Просто не верится, что все эти фильмы вышли в один год. Впереди «Олимпиада в Москве», «Сухой закон», рок-опера «Юнона и Авось». Страна встречала 80-е спокойно. Граница на замке. С хорошим настроением встретили новогодний праздник советские воины. Веселой тройкой звенит метель, зима, как песня, кружит над полем, слова снежинки летят на ель. В этот вечер во всех воинских клубах сверкали огнями новогодние елки, проходили концерты, встречи с ветеранами. Наш кинооператор побывал на пограничной заставе имени большевика Ленинца Иосифа Кирбантаса. Лучшим пограничникам предоставлено право нести охрану государственной границы в новогоднюю ночь. Говорит начальник заставы капитан Витковский. Дорогие товарищи! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов в боевой и политической подготовке. Поздравляю и тех, кто сейчас находится в наряде на границе. Отлично несут службу сержант Козловский и младший сержант Тиюшас. Но
Новый год не бывает без Деда Мороза. Как и положено, он принес подарки. Самые, что ни на есть, дорогие. Проходит новогодняя ночь, занимается первый день 1980 года. Бдительно несут свою службу советские воины. Да. Ну, наливайте, Александр. Да. Ты подумай. За пограничников. Да. А вам, Ирочка, селедочка? Да, селедка. Если водку пьем, значит, селедка. Водка, конечно. А вы были лучшим пограничником? Ну, конечно. А в каких войсках служили? На флоте. А, на флоте? Да. Ой-ой-ой. И что? А как Новый год-то встречается? С родителями. А на флоте как? На флоте. Вот тут на корабле? Кто где? Кто где? А где берут? Что мне берут? Водку и шампанское. Привозит Дед Мороз? У кого деньги есть, те покупают. У кого нет, тот пьет шило. Ну, как это было на самом деле? Новый год? Встречал Новый год на флоте. Ни разу? Нет. То есть как это прошло? Коротко? Коротко, очень коротко. Короткая служба была? Да. Это же военная кафедра при Ленинском институте. Тогда встречный вопрос. Работать в Новый год? Врачом. Я имею в виду на скорой. Я два раза встречал меня с родителями. Один раз на скорой, один раз, когда с президентом, тогда исполняющим обязанности, летали в Чечню. А на скорой и на работе. Но не было экстримов никаких? Ну, обычная работа, рутинная такая, экстримов. У меня в дежурстве там, к счастью, ничего не было особенного, но так... Люди держатся. Люди, давайте, кстати, вообще мало вызывает, если честно. Скоро в Новый год стараются люди поменьше болеть. Может, они не надеются, что кто-то приедет? Надеются. За здоровье давайте. Ну, давайте. С Новым годом. С Новым годом! Селедка и салат. Будете салат есть? Рассказ какой-нибудь. Спасибо, Селедочку. Салатик, давайте, а? Салатик и святое. Да. А что, подождите, а вот я сейчас не пару понял. Чайных ложек. Потому что я в это время как раз, у меня был такой активный творческий период, и мне было не до чего. Я вообще не слушала никакой музыки. А какую музыку слушали в 80-е? Что-то я уже не помню, что 80-е? Тогда. Да, 80-е. Это Олимпиада, правильно я понимаю? Правильно. Это 80-й год, да. Встречаем 80-й. Я в 80-м году ушел из медицины на сцену. О, знаменатель. Для меня это год очень счастливый. Ну, наверное. Ты, а я замуж вышла. В Новый год уже знал, в переход. Я в Новый год еще работал на скорой, а потом в марте я ушел, репетировал со Садулиным. И пошли. В Польше. А в июле, или в июне, июнь-июль 80-го я поехал на гастроли. Вот оно как. Да, первое. В город Николаев. Опять же на флот. А почему вы ушли? Что было последней каплей? Что? Я так долго об этом рассказывал всегда. Я просто не люблю дилетантов. Я люблю лучшего врача среди певцов и лучшего певца среди врачей. Это такое довольно убогое существование. Надо быть лучшим врачом среди врачей, лучшим певцом среди певцов. А для этого надо заниматься только этим. Вот и все. Делить не мог. Ну, то есть я делил, пока все это было самодеятельностью. А применяли, Александр, врачебную практику уже будучи пациентом? Конечно. Раз зритель плохо нравится. Да неоднократно. Пещаева, знаете, нашего, он уже, к сожалению, умер, тенор, из Малегота, малый оперный театр. Но он у меня в клинической смерти, я его достал в самолете Ил-86. Ну, много, конечно. 30 лет в общественных местах, и люди везде имеют обыкновение. От ушибов пальцев до переломов основания черепа. Давайте, чтобы ушибы пальцев. Секундочку. Ушибы пальцев. Вы чистите, Николай. А нет, ну давайте первый и второй кремчик. Большой, как говорится. Ну. Себе. Себе. Дорогие друзья, с удовольствием хочется поднять этот скромный бокал, но с большим чувством, за то, чтобы не более чем ушибы пальцев нас постигали в наступившем новом году. Ваше здоровье. По этому поводу анекдот старый. Сейчас выпьем, скажу.
Вот доктор, у меня, говорит, все время болит. Что у вас болит? Говорит, здесь болит. Здесь не дотронуться, просто кошмар. Тут болит. Здесь совершенно дикая боль. Знаете? И вот тут, он говорит, секундочку, дайте-ка пальчик. Да у вас палец сломан. Ну, не достижитесь, Александр. Пройдите-ка на сцену. Дадите? Да. Ах, зима ты моя, ах, зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах, и замерзла вода в колодце, но горячим твоим губам нипочем леденящий холод, зиму вместе со мной с ума сводит взгляд твой и теплый голос. Долго не виделись, было мне туго, лопнули струны вместе с подпругой, но волки не тронули лучшего друга в темном лесу глухом. Месяц в метелях, это уж слишком. Здравствуй, мой милый плюшевый мишка, в дверь постучусь, ты сразу услышишь, в теплый веди свой дом. Ми восьмые стоят и ждут, как всегда, дефицит погоды. Позвоню тебе, разбужу. Ну, какие там наши годы? Отоспимся еще в стогах. Дунет ветер, наступит лето. Ждут нас лошади на лугах, тех, которых сегодня нет. Аэродромный пес лижет лапу, нам бы рвануть с ним на юго-запад. Он притащил бы стоптанный тапок с левой твоей ноги, чтобы с нее ты не вставала и никогда не уставала, и чтобы любовь нас здесь согревала на широте пурги. На моей бритой голове тает снег, как на батарее. Здравствуй, плюшевый мой медведь, я вернулся, целуй скорее. Брошу на пол дары волхвов и пропахший бензином свитер. Не хочу ни вина, ни слов. Мы зимою сегодня квиты. Долго не виделись, было мне туго, лопнули струны вместе с подпругой, но волки не тронули лучшего друга в темном лесу глухом. Здравствуй, мой милый плюшевый мишка, в дверь постучусь, ты сразу услышишь, в дверь постучусь, ты сразу услышишь, в теплый веди свой дом. Ах, зима ты моя, зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах, и замерзла вода в колодце, но горячим твоим губам нипочем леденящий холод, зиму сводит со мной с ума теплый взгляд твой и нежный голос. Зиму вместе со мной с ума сводит взгляд твой и нежный голос. Мы на пороге 1900.
1984 года. У половины населения Советского Союза в руках кубик Рубика. В космосе «Союз Т-6» с первым французским космонавтом на борту. А в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии 20 апреля 1983 года проходит первая репетиция группы «Секрет». Но главное, Ира, не это. В СССР во всем осуществляется продовольственная программа. И, судя по сообщениям статистиков, она дает результат. Данные государственной статистики свидетельствуют. В результате принятых мер по укреплению трудовой и государственной дисциплины в 1983 году повысились темпы экономического роста в промышленности, в других отраслях народного хозяйства, увеличилось производство сельскохозяйственных продуктов, повысились реальные доходы населения. Вратарь сборной страны по хоккею Владислав Третьяк. Для сборной Советского Союза по хоккею шайбы 1983 год был успешным. Наша команда снова стала чемпионом мира и Европы. Снова доказала, что наш хоккей один из самых сильных в мире. Если в личном плане, вот у меня тоже был год очень насыщенный. Почему? Потому что в мае месяце я заканчивал военно-политическую академию имени Ленина. И, в общем-то, успешно закончил ее. Наступающий год, спортивный год, очень особенный. Почему? Потому что в 1984 году будет проходить зимние Олимпийские игры в Сараево. И вся команда, тренеры очень тщательно готовятся. 4 года шла подготовка к Олимпийским играм. И поэтому каждый спортсмен мечтает выиграть золотую олимпийскую медаль. Каждый советский человек оценивает итоги своей работы за год, намечает задачи на будущее. Валентина Пронькина, прессовщица Московского комбината твердых сплавов. 1983 год был для меня очень интересным. В этом году я была удостоена премии Ленинского комсомола в области производства за внедрение новых форм работы. В этом году я участвовала в работе коллегии Министерства цветной металлургии. Также была участницей молодежного круиза мира вокруг Европы в составе советской делегации. В 1984 году у меня обширные планы. Я взяла обязательство выполнить задание 11-й пятилетки к 115-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. На этом кольцевом конвейере за 6 минут выдаиваются 20 коров. Теперь здесь вместо 43 доярок занято всего лишь 4 человека. Дойка окончена. Корова выходит во двор. Уходящий год для наших животноводов был удачным. Наш вклад в продовольственную программу по 5520 килограмм молока от каждой коровы. Мы со своей напарницей от своей группы надоили по 5800 килограмм молока. В наступающем году всем желаю плодотворного труда, счастья и мира на земле. С удовольствием. Спасибо. Скажите, а вот вам безразлично, что в Новый год на столе? Вы там вот, важно, чтобы были определенно какие-то продукты? Или там, если будет сейчас жареная картошка, и то достаточно? О, это самое вкусное, что есть на свете. Да? Конечно. То есть вас бы устроило? Да. Жареная картошка с чем-то стрелять? Отлично! Получилось? Это профессионал! Профессионал! Вот вы, Леш, вы человек-пароход, конечно. Почему? Но я вам объясню, почему. Потому что вы и географ, и артист, и продюсер. Вы абсолютно человек 21 века. Ну, правда, я просто восхищаюсь вами. Как, ну, спасибо. Знаете, если бы чуть больше выпила, я бы сказала, и горжусь. Скажите, а вы вспоминаете то время, когда, ну, так скажем, когда родители наши были молодыми, когда... Дорого оно. Знаете, очень часто вспоминаю, почему-то новогодний праздник очень... К этому располагает, очень к этому, да? располагает. И вот хочется вспомнить одну историю вот из этих времен. Даже она еще даже более ранняя, когда меня еще и не было на белом свете. Еще мои родители не были женаты. Но она могла произойти только в те годы, эта история. Вот представьте ситуацию. Огромная компания молодых людей, 25 лет, они договариваются встречать Новый год за городом.
на даче. Ну, тогда дачный участок, понимаете, да, это что-то невероятное. Дача, садовый домик. Все едут на определенной электричке в надежде, что в нужный момент все встретятся, их отведут куда нужно, там, может быть, даже на авто. Я не помню точно, как это было. Опускаю подробности. Мои мама и папа опоздали на эту электричку благополучно. И добирались своим ходом на следующий. Следующая электричка не останавливалась на этой остановке. Они вышли на предыдущий и поняли, что они совершенно не знают, куда идти. Когда тебе 25 лет, и когда рядом с тобой любимый человек, то можно идти просто в лес. И быть абсолютно уверенным, что будет хорошо. И они пошли просто в лес. И понимали, что уже никак не встретиться со своими друзьями, и встретят Новый год непонятно как. И вдруг вдали они увидели какой-то огонек. Они пошли на этот огонек в надежде, что ну хоть в какой-то дом забежим, в первый попавшийся. И там встретим Новый год, ну хоть по-человечески. Достали бутылку шампанского, успели за 2 минуты ворваться в этот непонятно какой на самом краю домик. Вся компания сидела за столом, они все говорили: «Ваченька, куда вы делись? Мы вас ждем уже 2 часа». Удача! Давайте за родителей. За родителей. Правда? Тем более, что через некоторое время родился я. Отлично. Это большая удача. За родителей. С Новым годом. С Новым годом. Здоровья вам. Но чем вы нас порадуете? Как люди вас ждали? Песня была написана в аэропорту, который называется «Минеральные воды», когда в связи с отложенным рейсом я там сидел, ждал самолета и думал, что же такое поделать. Достал кусочек бумажки и начал что-то такое писать. Совершенно не предполагаю, это было очень давно. Я никогда не предполагал, что когда-то эта песня будет звучать со сцены. Она написана для своих друзей. Тучи нет иной заботы, как наше солнце закрывать и расписание полета безбожным образом срывать. Все небо в серой простокваше и мелкий дождик облажной отложит все заботы наши до 18:00. До 18:00. У ветра нет иной заботы, как наши тучи разгонять и расписание полета волшебным образом менять. Мы все в плену у атмосферы, пока не стихнет дождь косой. И ожидание профиль серый завис над взлетной полосой. Завис над взлетной полосой. У солнца нет иной заботы, как наши ливни прекращать и расписание полета через окошко освещать. Молчит измученный диспетчер, закрывший небо до 6. Не плачь, мой друг, еще не вечер. Мы непременно полетим. Мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, к ожиданиям нас томить. И лет в руке багаж оплачен, так что ж мы медлим, черт возьми. Когда еще счастливый случай представит нам Аэрофлот? Коль наше счастье так летуче, мы разрешим ему полет. Мы разрешим ему полет. Спасибо большое. То, что происходит в новогоднюю ночь в Одессе, можно увидеть уже во многих наших городах.
Здесь 31 декабря, 23 часа 30 минут, любители бегать начинают свой 10-километровый карнавальный пробег, чтобы финишировать в следующем году. Кто знает, быть может, постепенно от новогоднего застолья мы все перейдем к такому празднику, убегая от болезней, немощи, старости, понимая, что добро делает нас моложе. И духовная щедрость делает моложе, и чувство дружбы, и любовь. Чтобы вспомнить запах детства, есть проверенное средство. Надо в Новый год под елку Дед Мороза посадить, языком поймать снежинку и почистив мандарин. Пару долгих самых сочных потихоньку вкусить. Сжечь бенгальский огонечек, да горит он быстро очень. Но зато потом, как пахнет прогоревший фитилек, и скотав три снежных кома на лужайке возле дома, ставить палки вместо ручек, вместо глазок уголек. Помни, Бога ради, запах новенькой тетради, запах школьного портфеля, запах маминых духов, запах первого рассвета, запах солнечного лета. А писать не хватит это, мне ни прозы, ни стихов. Стало холодно, но
смотрим хронику из разных лет, да, там наши 60-е всякие. Вы, конечно, моложе меня, это просто видно по лицу. Но я застала, например, тот период, когда детей спокойно выпускали на улицу, когда родители, хоть они заняты и могли уделять время детям, но не боялись выпускать на улицу, и детство прошло, собственно, во дворах. Я еще застал тот период, когда у нас можно было, я родился на Самотеке, и детство происходило там же. И по второму Волконскому переулку можно было с горки на санках прокатиться вечером, потому что никакой машины не было. Ну. Можно было спокойно совершенно кататься прямо по самой улице. То есть это же совсем недавно еще считали. Ну, да. Да, а сейчас так боятся люди, детей даже на улице. Понятно, я тоже с вами не скучаю, скажу. Конечно. Но Сережа, вы профессиональный музыкант, да? Профессиональный музыкант, профессиональный композитор. Ну, почти с неоконченным вышел. Все-таки не окончили? Нет. Ансамбль был у вас свой в 14 лет? Да, да. Ну, минус 14 лет у нас были. Я играл в разных коллективах, которые сам же собирал. Сам? Да. Сам был руководителем, да? Вот. Самый запоминающийся коллектив из таких вот самодеятельных, полусамодеятельных, полупрофессиональных, это был в Московском государственном институте культуры. Мы назывались ансамбль «Кант». И даже сумели получить диплом 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. И вот с этим коллективом был связан у нас потрясающий Новый год один. Так. Когда мы от комитета комсомола, значит, института, это было с 84 на 85 год. Вы там уже учились. Да. Мы поехали, значит, со своим коллективом играть концерты. Там получилось так, две деревни, два колхоза, вернее, наших подшефных в Тульской области, значит, нашего института, где мы картошку собираем. Два колхоза было до Нового года, и два колхоза было после Нового года. И крестьянам ужасно нравилось то, что мы делаем, а мы играем такой интеллектуальный достаточно, такой арт-рок. Не знаю, зачем вас там опустили, но им ужасно нравилось. Вот, и ребята все были молодые, я там еще пару песен пел. Вроде как мы понравились, и нас, естественно, усадил председатель за стол. Мы долго сидели, второй колхоз, тоже долго сидели с председателем. И уже было, в принципе, хорошо. И у нас с собой было достаточно много всего. И вот мы едем, заснеженная такая дорога, какая-то сельская. Ну, можете представить, у нас автобус «Пазик». Как раз торопимся, потому что время 11. И вот у нас этот «Пазик» где-то минут 15-12 встает посреди такой большой степи, потому что у него что-то сломалось, не работает ничего, ни печка, никак. При проезжающих машин тоже нет никого. В общем, мы Новый год встречали под открытым небом. Я до сих пор помню, что у нас был с собой ящик, по-моему, кизлярского коньяка в машине с собой. На всякий случай? Нет, а это нам подарили там, в колхозе. Да. Вот, то есть было чем согреться, как мы развели костерок. И вот этот вот костер, и огромное-огромное звездное небо. Прям вот россыпь этих звезд. И мороз это, и так здорово, что вдали от цивилизации ничего рядом вообще, в принципе, нет. Мобильных тогда тоже не было. Нас, конечно, потом подобрали где-то часов 2:30. Потому что мы уже были никакие, я не помню. Концерты остальные слетели. Ну, главное, что Новый год встретили. Новый год был очень романтичный. Главное, что он и запомнился. Да, и так здорово. Класс. Какая у вас улыбка замечательная. Давайте, за вашу улыбку, за Новый год, который запоминается. Да. Чтобы этот Новый год тоже обязательно запомнился всем. Ура. Это просит вас петь. Ну, я не могу отказать, сейчас пойду на сцену. Да. Всю ночь на улице мело, и за окном белым-бело, и в толще справочника свежий календарь. И дворник маленький таджик, с лопатой по двору кружит. На языке Хайяма, матеря январь. Забыты праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лед, тиши полночной, и волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, посявший мир придет весна. Прогноз по
погоды, снегопад, которых улицы стоят. Машины, как сугробы, с выхлопной трубой. И из приемников ФМ непобедимый Бонни М поет, как на Багама, трещится прибой. Народ торопится, скользит, теряя варежки в грязи. Ко входу в недра всепогодного метро. И я с цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро. Я знаю точно, растает лед, тише полночный и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна озябший мир придет весна. Какой-то уличный остряк приклеил объявление, лыжи на прокат. Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычный тракт так неожиданно вмешался снегопад. Пенсионеры и врачи, и гацианты, и ткачи, в стихийном бедствии теперь одна семья. И только бойкий карапуз, похожий на большой арбуз, сидит на санках, улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна озябший мир придет весна. И знает точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна озябший мир придет весна. Озябший мир придет весна. Озябший мир придет весна. До сегодняшнего дня, до 2008 года. Вместе с вами мы, дорогие друзья, вспоминали сегодня наше прошлое. И вспоминалось нам только хорошее. Говорят, так устроена память. И хорошо, что она так устроена. Может быть, глядя на старые кадры кинохроники, подпевая любимым песням, вы вспоминали свои не менее важные исторические даты. Свадьбы, рождение детей, внуков, новоселье, путешествия. Мы хотим пожелать, пусть таких радостных событий в вашей жизни будет еще много-много. Праздничная программа Пятого канала из Петербурга продолжается. Оставайтесь с нами до утра, потом до вечера, потом опять до утра. Скучно не будет, обещаем. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!